Каждого программа, которая меняет жизнь. Тема сегодняшнего эфира – мечты касаются каждого. Мечта какая самая главная твоя и твоих друзей? Стать известным футболистом мира. Но начать нужно с того, чтобы попасть в школу «Динамо», правда? Да. У нас есть кадры на этот счет. Давайте посмотрим. На каком сейчас месте сидишь? На месте тренера. Потому что когда вырасту, я тоже хочу стать тренером «Динамо». У меня папа был, я его ни разу не видел. Он играл в футбол. И я хочу стать тоже футболистом. Когда я вырос, меня папа тоже видел по телевизору, как я играю. И меня любил. Вам подарувати. Мяч Київського «Динамо», і вони всі поставили за своє програм. Я, як отець, вважаю, що це, мабуть, найважливіше в житті – осуществлення дитячої мечти. Не боїшся, що у них підготовка сьогодні? Ні. Я теж не боюся. Футболист Богдан Заднепрянец в нашей студии. Здравствуй, Богдан. С Новым годом тебя. Как это ты здорово. Как ты так можешь всех обводить? Послушай, ты нападающий. Ну да, но я просто, когда я был маленький, мои родители сначала не хотели, чтобы я ходил на футбол. Но я так верил, что я буду хорошо играть. И я всегда смотрел футбол, как все игроки играют. А это правда, что твой папа был футболистом? Да. И ты решил пойти по его стопам? Да. Мечта ваша, ребята, осуществилась? Ну, почти. А что больше всего понравилось? Ну, я не ожидал, что именно в «Динамо» будет, ну, всегда на таком большом поле. И именно в спортзале зеленое поле. И всегда там есть разные ворота. Удары на точность маленькие, типа низом удары тоже. И, чтоб, может, иногда не футбол играют, большие ворота. А кто твой любимый футболист? Лионель Месси. Еще вас. В студии программы Валерий Шабельников, тренер, экс-футболист «Динамо». Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте. Обнадежьте, ребят, расскажите, кто из известных футболистов звезд...